Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Кофе, Филиппин и Овер, и сегодня у нас GTA 5 онлайн! Оу, yeah. Всем доброго негра, всем друзья! Всем привет, ребята! В общем-то, ребятки, сегодня у нас очень прикольный режим, про который мы уже все давным-давно забыли, очень давно, на самом деле, в него не заходили. РПГ против инсургентов! О, господи! Это жесть, просто какое мясо здесь творится! Блин, я забыл, что еще и с той стороны могут пролететь. Ой-ой-ой, с двух сторон-то летит, есть это жестко. Есть меткое попадание. Меткое попадание есть. Ну, знаете, их преимущество у той команды то, что у них получается 4 жизни. То есть, чтобы их убить, нужно 4 раза с РПГ попасть по ним. Вот, это поэтому... долго, это потно. Ой, один залетел. Блин, давайте, нужно ликвидировать его как можно быстрее. Мочи, гандон его. Я попал по нему, я так за спину чекаем. Поплал, отлично. Так, опа, найс. Офигеть, прям над моими, над моей головой пролетел, это жестко было. Плюхнулся так, как Алёша. Ой, жесть, так. У нас, не кажется ли, чел своровал машину, нет? Ой, нет, стоп. Синяя горит какая-то. Не-не-не-не-не, по-моему, не. Не-не-не, это кажется. Ой-ой-ой, один прям здесь. Отлично, все, пацаны, мы снесли его. Мы ликвидировали его командной работой, отлично. Так. Бей! Пацаны, я уничтожу. Хорош, хорош. Блин, вот это было вообще меткое попадание. Еще там уничтожил, пацаны, жесть. Меня сбили, офигеть. Или? Да, прикинь. Everybody dance now. Так, ребята, у нас второй раунд. Мы готовы тащить, потому что мы поменялись командами. Вот. Все, погнали. Так, садимся вот и поехали. Дубль, просто изи-пизи. Сейчас устроим им лемон сквизи. Стоп, так. Макс, ты... Всё! Так, 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 так. Посмотрите, сейчас прикол, пацаны, у них дали пистолет, а РПГ. А, алло. Подожди, что за фигня? А почему у них серьезно пистолеты? У них просто пистолеты, а как, что? А что за лоб? Это, забаговался, нет, забаговался. Это изи, это изи, это просто реально изи-пизи. А как так, а чё? О, я не понимаю, что это такое. Лол. What the fuck? Это же нам попользует. Ну, это, конечно, только нам в пользу, но это как-то даже нечестно становится так. Ой, давай залетай, блин, не могу залететь даже наверх. Не, ну, ребят, ну это... А как это так? Подожди, я раньше мы с таким вообще ни разу не сталкивались. Было дело, было у меня такое, бывало. Это либо погода, сама игра, либо чё. Скорость не хватает, что залететь. Нужно как-то подрассчитать там все. Посильнее, да, что? Нужно разогнаться. Макс, смысл тебя убил? Что там убил? Да ладно! Бронированная тачка, стой! О, отлично! Так, скину одного чела. Так, ну-ка повыше, повыше. Да блин, меня тоже убили, прикинь! Офигеть! Нормально, у них такая тактика, я вам скажу, нормально. Полегче, полегче, да, им нам будет, а они с пистолетов нас поубивали всех. Размочили быстрее нас. Вот тут уж думаешь, что против студента лучше, либо пистолет, либо РПГ. Не, ну это жестко, конечно, так, это, блин, это... Мне кажется, что с пистолетом их шансы реально увеличиваются на победу. Они еще и тачки, да, у нас забрали, походу. И все, и некоторые тачки забрали, да, и все, это тогда и для них это прям изи-изи победа. Ой, Тима, бери больше ускорения. Да-да-да, надо повыше. Вон они, да, ездят на тачках наши. Машину пиздили нашу. Вообще не говори, Макс, просто беспредел. Даже две уже машины своровали. Беспредел! Что творится на дорогах этого города, ребята, посмотрите. Блин, жесть, да, прям. Да. А как нам теперь? Что нам делать-то? Ну, по идее, теперь это начинается, это уже режим, это, знаете, как два в одном. Потому что дерби, да. Один вон стоит там где-то. Один еще там стоит. Давай вот его. Давай, хорош. Ай, чуть-чуть. Отбежал, как же вовремя-то, а? Да, повезло. Давай, братан, ты можешь. Так, да-да-да, сейчас посильнее разгончик только. Опа. Думаешь, посильнее нужно, мне кажется. Ну хотя, ну смотри, как бы. Ты понял, да? А там его нет, смотри, он уже все, его нет. А, его уже, да. Все, я понял, его убили. Ну смотри, давай прям на полной скорости. Это пустая машина. Да. А, они же еще стреляют, я все понял. Сейчас убью, смотри. А я один, да? Я еще один. Не, у тебя еще в команде чел один есть. Ну сейчас попробуем.
только я не понимаю, что он делает, но у тебя как бы еще стекла не пробиты, поэтому можно рисковать. Так, а вот сейчас, походу, только левое боковое разбито. Ой-ой-ой-ой-ой! Офигеть! Да. Так, ребята, новый раунд, и надеюсь, да, все, наконец-таки, нам дали не пистолеты, нам дали РПГ. Не, ну, конечно, то, что было в предыдущем раунде, это, конечно, нас всех удивило, ребятки, да. Такое вам на моей, как бы, истории вообще было впервые. Так, я готов. Макс, ты чё, брал? Так, ты чё, даже не пьёшь? А погоди, а чё? А, вон, поехали. Я просто жду, пока они... Чё мне, как говорится, лишний раз торопиться? Очень-очень метко попал сейчас. Второй раз попал. Ой-ой-ой, как близко было. Пацаны, мы можем Диму сейчас убить. Ну, то есть... Да, да, да. Ничего, я понял. Я просто по чуваку сразу два раза попал. Хорош. Вон он едет. Едет, 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 едет. Ой, как рядом со мной ты проехал. Дрифтер, матер. Так, ладно, все, пока что мимо летит, ладно, нормально. О, белые мочи! Хорошо, хорошо, попали. Белые мочи. Попал. Попали же? Да, попал, я по кому-то, да, по желтым попал. Нет, слушайте, нас становится потихоньку меньше и меньше. Поэтому, пацаны, давайте поаккуратнее как-нибудь. Давай, ну же. Давай, давай, давай. Во, давайте желтенького вот этого оформляем. Ой-ой-ой-ой. Так, я пока не вижу, где они вообще. А под нами они, да, все находятся? Под нами все тусуются, да? Вот они какие хитрые. За тактика такая, а? Блин, вот если бы он так не сделал, я поп... О, белый на нас летит, Макс. А, нет. Не, смотри, не полетел. Они обманывают, они какие-то... Оу, сбили! Офигеть. Ну что ж, друзья, у нас очередной раунд. Теперь мы на колесах. Погнали! Теперь мы на колесах, и теперь нам будут, походу, рвать жопы, потому что только так я могу это описать, понимаете, ребята? Эти взрывы, этот эпик, это прям жесть. Чё, погнали, пацаны? Давай, давай, я уже спрыгнул. Мы рядом, кстати, с тобой, черный-белый. Да. Ой-о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 й-
Лёш, ты что так? Это ипотека. Хорош. Я, блин, братан, сори. Сыны, разбомбим их, сейчас разбомбим её. Я, мы их разбомбим, это да, это вот стопроцентная информация, потому что каждый раз, когда мы заходим за эту команду, и нам дают за РПГ, это просто все. Не, нам это жестко, да. Так, полетели там вон. Так, сзади уже пацаны едут. Ой-ой-ой, сзади ж точно. Пролетел, так, вот тут. Ой, да капец, офигеть. Они зашестили, зашестили. Вот это да. Зашестили, да. Чё, просто вовремя прошел, спасибо. Так, ребята, у нас снова начало-начало, скажем так, потому что раунд номер один, но это не начало. Мы продолжаем бороться за нашу победу, потому что мы можем. Мы можем, ребята. Мы можем. Так, вы получили... Ага, все, понял. Ждем, короче, наших, скажем так, врагов. Вражинку эту. А, вон, поехали, поехали потихоньку. Уже едут. Полетели голуби, ничьи. Так, нет, мимо. Нужно быть вот просто вот в оба глаза реально смотреть, ребята, потому что они могут приехать с разных сторон. Как, например, вот этот чел. Вон, желтенький летит. Попали. Хорошо. Самое главное попасть и задеть, нанести, скажем так, свой удар. Опа. Внизу, который застрял там, нет? Не застрял он там? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратненько. Так, где все? Подожди. А вон, желтенький едет. Так, едет. Опа! Над нами пролетел. Попал. Да, плюс словил. Отлично, давайте, минус. Красный, попали. Хорош. Выносите его. Он выходит, пацаны, мы его убиваем. Отлично. Так, и чё, сколько там осталось? Их двое всего лишь-то, реально? Вон он. Чел, короче, один просто слетел вниз. Один вон летит. Еще один? Да, под нами сейчас. Ой-ой-ой, я упал. Попадай. Должны были попасть. Новый раунд. RPG with Insurgent. Все, погнали. Поехали. Так. Ну чё ж такое-то за... Вот, отлично. Все, прям весь боевой настрой они просто реально сбивают. Так, все, я надеюсь, что сейчас у них будет... Да, у них RPG, пацаны, поэтому... Ой-ой-ой-ой, прям сразу так. Ладно, нужно ехать. Гани, мне попали-то как, а?
Так. Аксио, давай. Отлично. Блин, мимо, просто. Опа, минус! Мимо. Ой. Срочно нужно. Бомбят-то как. Срочно нужно на. И. Площадочку. Да, минус! Хорош! И все. Одного оформил, одного скинул. Это мне прям нравится. Пойду-ка я тачку поменяю, а то чувствую, что все, мне сейчас уже скоро хана. Ой-ой-ой. Я же не заехал наверх, пацаны, понимаете? А бывает. Разворот, переворот, разгоняемся и... Так. Повыше. Надо было все тачку поменяет, это да. А ты тебя разнесли, да, уже получается? Да, все, просто кусочки получаешь. Опа, попал. Минус. И я тоже. Ну что ж, ребята, наше мясо просто до сих пор продолжается. Ведь мы до сих пор не выяснили, чья команда жестче, не знаю, в этом режиме, как бы наша или их. Вот, поэтому, тут, ребята... По-моему, просто ничья идет, потому что... Ну тут пока да. Скилл, конечно, решает, но... Тут всякое может быть, да, просто, малёш. Да, ребята, пока что у нас серьезно вот идет дружественная такая ничья, поэтому нужно сражаться до последнего. Ой-ой-ой, залетел. Ух, сразу двое залетел, давайте пацаны. Его. Мочим. Хорошо. Отлично. Одного минуса нуля. Еще один nice. Летит. Ну а вдогоночку просто ему кинул еще. Так, на добивание. Надо пока. Опа. Как же много тут просто взрывов. Это мясо. Просто ад какой-то реально. Так, летит. Ох, как рядом. Так, я в колесо попал. Хорош. Вон черный летит, пацаны. Сими. Опа. Жесть. Так, вот, голубой. Еще один, на меня прям, ой-ой-ой. Фух, успел, успел. Он, походу, все сейчас снизу упадет, не? Еще один не, летит. Не упал вниз. Аккуратно. Жесть. Подбили. Попал. Это как Бывает такое, бывает. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наше сегодняшнее видео по GTA-шке подходит к концу. Надеюсь, оно вам понравилось, и вы поставили лайк, подписались на все наши каналы, если что, все ссылочки в описании. Вот, ну, а на этом и все. С вами были, как всегда, Копи, Филиппин и Овер. Всем пока-пока. Adios, amigos, guys. Всем пока, друзья.